25 декабря в рамках рабочей поездки по Березовскому благочинию поселок Березово посетил Фотий, епископ Югорский и Нягоньский. Главным событием стало освящение часовни в честь святителя Луки Крымского при Березовской районной больнице и вручение архиерейских наград, памятных подарков и патриарших медалей врачам, которые в период пандемии первыми приходят на помощь. Поздравить наших врачей, подвижников, героев, которые в непростых условиях коронавирусной инфекции несли свое служение. И я сегодня вручил патриаршие награды трем человекам районной Березовской больницы. Врачи понимают всю серьезность этой болезни, но получая эту награду, в их глазах светится надежда и радость. В завершении епископ Югорский и Нягоньский Фотий побеседовал с главой района Павлом Артеевым, а потом отправился в Игрим, где прошло всенощное бдение в храме Преображения Господня. Олеся Кривенок, Роман Тягунов, АТВ «Березово».